Ты притворяешься, будто мастурбируешь. Не хочешь поговорить об этом? Вот бы моя мама была секс-гуру. Итак, начнем с вашего первого воспоминания о собственной мошонке. Поверь, это не круто. Новые горизонты, мой сексуально скованный друг. Это наш шанс подняться на новый уровень. Волнуюсь я за тебя. Все либо думают, как бы чпокнуться, готовятся чпокаться, или уже чпокаются. Ученикам нужна твоя помощь, а нам деньги. Я беру на себя организацию, а ты будешь вести сеансы. Какие? Секс-терапии, как твоя мама. Секс-терапия? Это круто! Успех обеспечен. Кажется, я слегка запал на Мэйв. Netflix представляет. Драчу как полоумный. Волосня замучила. Хочу быть обычным пацаном с обычным отцом. И обычным членом. Новый сериал впереди лучшие 2 года нашей жизни. О самом классном. Волнительном. Презервативы возьми. Нет, спасибо, мам. Сложном. И самом лучшем времени в жизни. Оставь меня в покое. Кем ты хочешь в жизни стать? А кем ты меня видишь, папа? Зажигаем! Мы не выбираем тех, кто нам нравится. Нельзя спроектировать отношения. Ты тот, кто ты есть. Не позволяй отнять это у себя. Бред, какой подросток, а уже секс-терапевт. Половое воспитание.